С 30 по 2 декабря Пензенская область вновь встречает фестиваль «Мужская роль». И, конечно же, за это время он уже стал брендовым мероприятием Пензенской области. И только за прошлый год его посетило более 5000 зрителей. Это уже говорит о том, что интерес к фестивалю высокий. И здесь мы говорим не просто о мужской роли, а о мужчине в истории России, в истории нашего Отечества. И, конечно же, для нас он является имиджевым еще потому, что он носит имя нашего великого земляка, актера Ивана Мажухина.